Сегодня в Милане на стадио Джузеппе Мяцца завершился по счету. Вот так вот убедительно. Штрафной Милана. Навес. Борьба за мяч. Опасный момент. Пробили все три в одной игре. В том самом матче против Болоньи на выезде. Ну а в двух домашних матчах Милан не разу. Кажется, что Аллегри вскоре покинет тренерский мостик Милана, что Галиани вовсю ищет преемника для того, чтобы заставить критиков, может быть, хоть немного поумены по итогам прошлого сезона. Играет назад. Передача в борьбу. МЕХСЭС, как показывает, находясь спиной. Ну вот видите, еще раз. И там очень здорово Бруно включился в борьбу. Массимо Бруно. МЕХСЭС еще перед началом прошлого сезона оказался в рядах Милана, но и защитник, но сумел сделать точную передачу Клештону. И снова Дешахт. Здесь уже игра не грубая, хотя довольно давление в исполнении итальянцев, стройности особой нет. Но, наверное, так вот по мановению волшебной палочки она не могла появиться. Каждый матч одному в чемпионате Италии Милан пропускал. Была еще масса моментов, где соперникам или не везло, или блестяще действовал объятие, выручая своих партнеров. И туда следует передача. Бруно, удар по воротам, не сильно сам по себе вот этот пируэт Мбакани, конечно. Бруно. Пас в штрафную, и МЕХСЭС мяч оттуда выносит. Можно пробить. Еще раз Бруно по правому флангу, полузащитник Андерлехт идет вперед. Пас в штрафную, красивый бросок МЕХСЭСа, и мяч. Статистика и совершенно идентичные показатели по количеству точных передач у той и другой. За исключением стартовых, может быть, 5-8 минут. Ну, берем так, 10 минут в начале матча. И на одну атаку соперника порой отвечает двумя своими. Так что вот Антонини — это пока безальтернативный вариант в левой зоне обороны. И это было связано с атаками сходу, да? А вот в позиционном нападении итальянцы мало что на стадии Джузеппе Мяцца, чтобы понаблюдать за тем, удастся ли... Это Филипп МЕХСЭС. Но он родился и вырос в Бельгии. Выступал за молодежную, юношескую сборную этой страны. Кнопки позволяет, в частности, Массимо Бруно регулярно смещаться в центр и оказываться на позиции фактически второго. МЕХСЭС. Пас вперед. Еще провел прошлый чемпионат Италии, стал вторым бомбардиром вслед за Мбакани. Он вроде бы куда-то побежал, представляет Россию. Но еще раз скажу, пока ни Милан, ни Интер здесь на Джузеппе Мяцца в новом сезоне. МЕХСЭС с мячом, Милан отправляется. 10 минут до окончания матча. Андерлехт большими силами обороняется. Вот сейчас обратите внимание, Трифо. И, может быть, решающий штурм провести какую-нибудь атаку. Хотя, конечно, Милан мог и должен был рассчитывать на большее. И вновь, еще раз скажу, третьего центрального защитника и уже в 5 игроков.